придется вас огорчить. Я приехал из Ватикана из-за смерти вашего брата. Я хочу пролить свет на эту трагедию. До того, как он погрузился во тьму, его все любили. Погрузился во тьму? Вы видели, как брат покончил с собой? Господь видит всех нас. Это обряд покаяния. Монахини вставали здесь и за каждый грех делали шаг назад. Шагов было так много, что они разбивались. Их забирал Господь. Наша жизнь – дисциплина и страх. Умиротворение, покаяние, очищение. А вот и я. Где моя одежда? Настоятельница советует забыть о ней. Вы из мира науки. Что вы тут ищете? Мой брат был ранен до падения. То, что он нашел, его сильно испугало. Вам нужен священник. Что-то пошло не так. А вам нужна правда. Мрачные мысли приводят меня сюда. Мне кажется, я ужасный человек. А вот и я! Они все врут! Да что вы вообще знаете? Не бойся. Господь один. Остальной тень. А вот и я.